Так, друзья, всем привет! Сегодня хочу продемонстрировать видео о топливном подкачивающем насосе Ford Mondeo WTDCi под номером 7135-478. И показать. Вот у нас новенький он. Вытащили его с коробки. Вот он. Входит 3 новых болта, 4 пружинки, 4 лепестка. Внутренняя часть, по которой ходит вот эта вот сама часть, куда лепестки вставляются. Нижняя часть и верхняя часть, которая прижимается все и собирается. То есть в такую вот сборку. Сейчас я покажу. Вот так вот, в такую сборку он собирается. Вот. Вот так вот. И, соответственно, там внутри вот эти вот 4 лепесточка. Вот эти лепесточки, там они стоят внутри. Вот там вот, вместо этих вот мест. 3-4 с пружиночками, подпружиненные. Так вот, что я заметил. Смотрите, вот у нас снятый тоже подкачивающий насос с такой вот выработкой. Смотрите. И такая выработка. Стружка такого же самого цвета, найденного в фильтре, как металлическая. Посмотрите, вот видите выработочка. Видите? Потом здесь у нас вот верхняя часть. Невооруженным глазом видно, что тут такие, как вот видите, такие как заезженные такие эти. А вот новое, вот эти вот новое. Ну, тут незначительно, видите, тут все чистенько, но самое главное, лепестки вот эти вот изношены. И еще что изношено, вот начинают изнашиваться эти, будет видно, уже снимается это напыление, и уже появляется такое, как сейчас наведу, резкость. Тут, короче, вот, сейчас, секундочку, вот так вот, наверное, быстрее всего оно будет видно. Видите, тут такой вот цвет, а тут такой вот гладенький, идеальный. То есть, короче говоря, перевернуть лепесток, тут вот такой вот, в той шестеренке, там, где нагрузки не было, то есть вращался он вот так вот, вот и изнашивал эти вот частички. Он вращался вот так вот и изнашивал их по нагрузке. А та часть, которая была не под нагрузкой, то есть вот эта часть с этой стороны, она вот такая, видите, вот. То есть насос, в принципе, хороший, но он уже начинает гнать стружку. И он из-за этого убивает форсунки, из-за этого нужно все перемывать, рампу, в том числе, самое главное, рампу и бак. Вот. Это все происходит из-за воды, потому что, видите, такая вот ржавчина произошла здесь. Видите, а вот новый, вот в таком состоянии должен быть. Видите? Вот. Так что насос подкачки в этом насосе замена, все остальное, в принципе, в идеальном состоянии. Все, ребят, всем удачи, благословений, покупайте новые запчасти, обслуживайте вовремя, дабы потом не было дорогостоящего ремонта. Всем пока!